Сегодня у нас презентация смарт-контракта Etherchain. Значит, что это за смарт-контракт? Собственно, это на сегодняшний день это самый новый и самый, ну, скажем так, необычный смарт-контракт. Чем он необычен? Прежде всего тем, что это первый 100% децентрализованный фонд сообщества, который основан на смарт-контракте эфириума. Это финансовая система. Создана она на блокчейне и на технологиях смарт-контракта, и мы рассчитываемся полностью все в эфириумах. На сегодняшний день это самая прозрачная система, которая есть на рынке финансовых услуг, финансовых компаний, проектов в мире. Давайте познакомимся ближе, особенно для тех партнеров, которые со смарт-контрактами имели, так сказать, приблизительное общение или не знают вообще, что это такое. Немножко разъясним, что же такое смарт-контракт. Это интеллектуальный протокол, развернутый в общедоступной цепочке платформы Эфириума. Это программа, созданная программистами для того, чтобы она выполняла полностью все операции автономно, независимо от людей и независимо от каких-то других условий. Смарт-контракт обладает такими основными характеристиками. Он не подвержен коррупции, защищен от несанкционированного доступа, справедлив, открыт и прозрачен. То есть полностью исключен человеческий фактор из работы смарт-контракта. Смарт-контракт Etherchain сам по себе предназначен для предоставления поддержки каждому участнику этого независимого финансового фонда, который основан именно на вот этих технологиях блокчейн и смарт-контракт. И когда мы вносим наши эфиры в фонд на адрес смарт-контракта, мы активируем программу и получаем 310% назад. И распределение этих денег происходит в соответствии с алгоритмом смарт-контракта. То есть здесь абсолютно все в одинаковых условиях. Etherchain сам по себе на 100% децентрализован и организован в виде сообщества. В системе нет дополнительной прибыли. Это модель поддержки P2P, которая обеспечивает для всех участников этого сообщества, этого фонда, равноправность, прозрачность и справедливость. Никто не первый, никто не последний. Все в абсолютно одинаковых условиях. Нет посредников, нет владельцев, нет взаимодействия между компанией и человеком. И это является эффективной гарантией справедливости для всех участвующих партнеров в соответствии с правилами смарт-контракта. И на сегодняшний день это самая разумная, безопасная и, можно сказать, лучшая модель финансовой поддержки, которая доступна в настоящее время. Как же работает Etherchain? Когда мы присоединяемся к Etherchain и вносим в фонд минимальный взнос, допустим, 0,1 эфира, и в первом цикле до 10 эфиров, мы имеем право получить обратно 310% своих инвестиций. Например, если ваш взнос будет 1 эфир, обратно вы можете получить 3,1 эфира. Как же вот возвращается ROI 310% в смарт-контракте Etherchain? Есть 4 способа возврата этого ROI. Один из них полностью пассивный и 3 активных по маркетингу. Когда 310% накапливается любым из 4 способов, новый депозит должен быть сделан равным или большим предыдущего, чтобы продолжить получать из фонда помощь. 1% ежедневного ROI на ваш депозит, максимум 310 дней, это 100% пассивный доход. Не надо ни приглашать, ни строить команду, ничего. Это полностью пассивный доход. И этот доход доступен всем, абсолютно без исключения, участникам фонда Etherchain. 10% комиссия от рефералов первой линии за помощь в росте фонда сообщества. Третий вид дохода – это матчинг-комиссия для партнеров от ежедневного дохода ROI ваших партнеров. И четвертый вид дохода – это ежедневный рейтинг-пул 5% от всех депозитов, внесенных в этот день для лучших рекрутеров. Дальше остановимся на таких важных моментах. Прежде всего, Etherchain – это проект, организованный по принципу сообщества. На 100% децентрализованный, P2P. Все транзакции проходят через смарт-контракт. Полностью исключен человеческий фактор во всех транзакциях. Доступа к деньгам на смарт-контракте нет ни у кого, поскольку уже у нас смарт-контракт верифицирован.
9 июля у нас был официальный старт, завершена была верификация смарт-контракта и была завершена аудитная проверка смарт-контракта. Есть сертификат о прохождении аудита, о том, что смарт-контракт полностью уже изъяты все коды доступа к нему. Никто, даже разработчики и даже основатель и создатель этого смарт-контракта не имеет к нему доступа. То есть сейчас уже все работает полностью в автоматическом режиме. Никто, никакие шаловливые ручки не могут добраться до денег на смарт-контракте и вывести, перевести или что-либо с ними сделать. Полностью все верифицировано, закрыто и все коды доступа изъяты, о чем свидетельствует результат аудита и сертификат, который эта компания, которая проводила аудит, выдала по результатам этого аудита.